Всем привет, дорогие друзья, с вами Тёмыч, и сегодня мы с вами пораем в Search Exe, поиск Exe, называется игра. К сожалению, игра не захватывается никаким образом, потому что, ну, я записываю через OBS, захват игры не помогает, захват экрана не помогает, поэтому захват экрана, ну, только лишь эту ситуацию спасает. Вот, поэтому давайте с вами поиграем в эту игру, посмотрим, что у нас здесь будет. Так. Есть что у нас здесь есть, как раз readme, мы потом почитаем. Так, ну давайте, как обычно, начнем с поиска, как это все делают. Так, ну, давайте попробуем ввести, как и было это в прошлый раз, Google Exe 666. Ой, вот, 666, да, поехали. Ну нахер. Ё-моё. Слушай, вот так... За... Чего? Посмотри за тем, что? Слушай, на самом деле вот это уже пострашнее, чем было прошлое. Открывать надо заново, что ли? И жалко, что игра на английском, поэтому я, возможно, буду что-то не понимать, не совсем переводить. Поэтому, в общем, будем как-то пытаться. Так, ну, что еще можно? Давайте, допустим, ведем Ехе, наши любимые. Опана. Так. Search.exe. Что это такое? Mod 66. Fix Roll 404. Ё-моё. Ну окей. Давай еще раз запустим. Блин, это сейчас... что ты делаешь? 404. Не, ребят, это что-то по... Нифига себе. Search Exe. Нормально. Так. И сейчас ничего не... Сейчас скримера, надеюсь, не будет. Так, давайте еще раз уйдем Exe. Настройка, что-то можно нажать еще? Так. Войти в... Это программа... пожалуйста, обновите программу. Это программа, пожалуйста, обновите программу. Ну, типа, наверное, скорее всего, нельзя этого сделать. Поэтому нажимаем сюда. Нет. Ну, ладно. А если отключу мод? Ты делаешь плохой... Короче, ты что-то сделал плохое. Вау. Ёшкин свет. Так. Найти новый апдейт. Searchmark.com, Google Exe, Search.com, Hell.com. Ой, сейчас будет ор выше города. Maybe you are in pain. Тебе нравится это? Делать. Не знаешь? Найди меня. Помни этот пароль. Ошибка. Мы не можем дать тебе пароль. Ты используешь старую версию программы. Обнови программу. А зачем мне обновлять-то? Выходи. Ушки свет. Слушайте, это реально пострашнее, чем было прошлое. Ну, я имею в виду, что здесь картинки такие, знаете, стрёмные. То есть не... от них вряд ли можно напугаться, но прям противно смотреть. Так, еще раз Exe. Ну, мы там вроде все посмотрели, поэтому нажимаем searchmark.com. Привет. Короче, привет, юзер. Я вижу, как ты используешь программу. Ну, короче, назад. Кнопка не работает. Я ненавижу тебя.
Офигеть, тут чего тут так все много? Глянь, это сколько я сейчас буду сидеть смотреть это все? Search exe. Ошибка. Назад. Почистить не могу. Опять ошибка 4. Уже не нажимается. Вопрос. Да-да-да. Сейчас будет оно. Блин. Я знаю, что сейчас будет. Мы помним. Я на всякий случай сделаю так. Я знаю, что сейчас будет, да? В одной игре было так. В какой-то, я не помню, но в какой-то игре так было. Это много... Секрет Google. Я думаю, мы сохраним... Короче, понятно. А, не будет никакого ничего, я надеюсь. Так, использую это. Это не пароль. Orange. Ой-ой-ой, еще что-то... А у меня звук и так на минимуме. Ё-моё, ребят, вы чё так и... Страшно, реально, слушай. Просто в одной игре какое-то было это всё. Там прям было, прям вот один в один почти что. Ну, в комментариях, наверное, вы, возможно, напишите. Я просто не помню, как оно называется. Еще старый хоррор. Короче. Еще раз пишем экзе. Потому что здесь реально что-то можно много чего ввести. Antivirus.com. Добро пожаловать в антивирус. Эта программа может помочь тебе. Используй read от вирусов. Эта программа Belongs, не знаю, как переводится. В поиске и... Ну, короче. Чек. Твоя программа типа проверяется, что ли? Возможно, да. Возможно, оно как раз проверяется. Вирус был найден в твоей программе. Лол. А, здесь какое-то сообщение. Ну, мне кажется, это... Не знаю, переводить это... Нет, наверное, не надо. А. Зачем ты смотришь это? Я не знаю, я вообще нажимаю просто так и накидываю кнопки. Кто ты? Я? Ты что, не знаешь, что ли? Ой, ё-моё, нифига себе. Что за картинки, блин? Не, ребят, это прям вообще, это поинтереснее, серьезно. Вот жалко, что она не захватывается на весь экран. Я бы вот на весь экран сделал, все. А сейчас вот, я даже не могу весь экран сделать, поэтому, к сожалению, не получится нормально. Ну ладно, еще раз будем экзе. Поищем, типа, программа нуждается в обновлении. Апдейт программы. Апдейт. Ты не можешь обновить программу сейчас. А, там было еще в углу написано, это фейк апдейт. О, господи. Search exe. Эта программа остановила работу, и этот баг был... совершен. Короче, какая-то жопа случилась. Ладно, давайте еще раз.
Еще раз их заведем. Здесь реально полно чего. Так. Health.com. А, ну подожди, так может что-то еще есть? Нет? А, ну да, надо было нажать немедленно на розовенько. Ну ладно, тогда... А я даже не могу выйти отсюда, серьезно? Я не могу выйти. Да ладно. Ну ладно. Тогда давайте проверим, получается, последнюю, которая у нас осталась. Hell.com. Это не работает сейчас. Да я знаю, как он сейчас не работает. Сейчас что-то вылетит такое громкое, что вообще жопа будет. А звук-то был громкий. Ты не можешь... Короче, фиг знает, что не можешь. Ладно. Ну что, давайте проверим то, что у нас там осталось. Это как раз вот этот вот вопросительный значок. А, точно же, Google можно надо было ввести. Google не responding. Он больше не нажимается. Так, давайте попробуем ввести google.exe. Нет, не работает. А здесь google.exe. Нет, он не работает. Может быть тогда, что можно еще ввести? Яндекс не получится ввести. Хотя, наверное, сама игра-то на английском. Может просто Google ввести. Наверное, так и надо будет сделать. Да. Эта картинка, кстати, у меня была в прошлый раз на превьюшке. Что сейчас будет? Ничего? Фу, блин, ну ладно, короче, давайте посмотрим, что у нас здесь в ритме. Здесь нельзя что-то еще там вести или нет? Ну, я не вижу, что можно здесь еще вести. Может быть, вот это вот пробовать вести? Что? Что? Ну а чё бы и нет? Ну, а если просто hell? Тоже что? Ничего, блин. Скример, надеюсь, сейчас не вылетит никакой там. Так, что ещё можно вести? Всё, чекзе можно вести, давайте попробуем. Или нельзя? А, ну это было у нас, в принципе. Назад. О, можно даже вернуться. Так, что еще можно? Ну, вроде ничего уже больше не знаю. Ну, короче, ребят, в принципе, прикольная игрушка, серьезно. В некоторых местах даже страшно, поэтому, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, вступайте в ВКонтакте, комментируйте это видео. А с вами был Тёмыч, всем удачи, всем пока-пока.